Итак, сколько же процентов разводов из-за усталости? 5, 10, 15, 20, 50, мои хорошие, 60. Вот такие вот цифры. Понимаете, не потому, что он козел, а просто потому, что неправильный образ жизни. Зашорились на работе, дома и возле телевизора. Все. Вот в этом причина. Итак, я вам дал простой рецепт. Попробуйте. Увидите сразу результат. Не завтра, не послезавтра, а сегодня. Сходили по лесу, побегали, придете домой счастливые, простите друг друга. Теперь следующий совет. Первая энергия любви, три энергии любви, я говорю. Первая энергия любви – это энергия, в которой вы чувствуете хорошее настроение, чувствуете жизнерадостность, шутки, прибаутки, веселье и чувство, приятное чувство тела, близости человека. Приятное чувство, исходящее от человека. Это энергия природы. Теперь, что такое вторая энергия? Это тоже божественная энергия, она дается человеку как возможности семьи. Вот, допустим, будет ли любовь в семье, где люди не могут устроиться на работу, просто даже у них нет возможности принять друг друга, чтобы пойти и расписаться. У них нет высокого достаточного положения в обществе, нет друзей, нет отношений с этим миром. Откуда все это берется? Это тоже сила.